Сегодня рано утром 45-летнего жителя Алматинской области на этой дороге недалеко от рынка Бекжан сбил автомобиль. Увидев машину, которая, по всей видимости, не собиралась останавливаться, мужчина растерялся. По словам очевидцев, буквально секунды раздумья решили судьбу пешехода. Врачи областной больницы, где находится сейчас пострадавший, борются за его жизнь. Мужчина находится в коме и подключен к аппарату искусственного дыхания. Сможет ли он выжить, сомневаются даже врачи. Пациент поступил в крайне тяжелом состоянии. Тяжесть состояния обусловлена полученной черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени. При поступлении внешнее дыхание было неадекватно, в связи с чем больной был экстренно интубирован. Внешнее дыхание переведено на аппарат ИВЛ, вспомогательная вентиляция легких. Была проведена противошоковая терапия. В динамике остается под наблюдением, крайне тяжелым. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Шымкента. После происшествия он пытался скрыться с места преступления. В ходе следствия мы выяснили номер автомобиля подозреваемого, опрашивали очевидцев, они запомнили марку машины. Таким образом, мы вышли на 40-летнего жителя Шымкента. Ранее он не был судим. Сам подозреваемый свою вину не отрицает. Он рассказывает, рано утром ехал на работу по Тамерлановскому шоссе, когда на его пути появились трое мужчин. Двое из них быстро перебежали дорогу, а третий не успел. Я ехал со скоростью 50-60 км в час. Я сам не ожидал, они так внезапно появились на моем пути. Мои родственники сейчас дежурят в больнице, где лежит человек, которого я сбил. Надеюсь, он выздоровеет. Я очень жалею о произошедшем. Сейчас подозреваемый арестован, ведется следствие. Динара Бекбалаева, Эльдар Жунусканов, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Отрар».